Казанский федеральный университет объявил о старте конкурса для потенциальных абитуриентов «Почему КФУ?». Для участия в этом конкурсе необходимо всего лишь опубликовать пост в своем профиле в Инстаграме, рассказать в нем о причинах выбора Казанского федерального университета и указать хэштег «Почему КФУ?». Должны быть школьники от 14 до 18, жители Российской Федерации или стран СНГ. Они должны иметь открытый профиль в Инстаграме, иметь как минимум 10 публикаций до. Интересно, а почему КФУ выбрали уже обучающиеся в нем студенты? Первое, это потому что КФУ находится непосредственно в самом красивом для меня лично городе. А вторая, это потому что здесь есть то направление, на котором я всегда хотела учиться, и оно развивается. Я выбрал КФУ, потому что у меня был вариант либо армия, либо Казанский федеральный. Я посчитал нужным пойти в наш лучший университет. Среди призов будут разыграны iPhone 7, камера GoPro, а также набор первокурсника. Победители будут определены 16 мая с помощью генератора случайных чисел. Аделя Хасанова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.